Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы продолжаем вас знакомить со стратегиями для торговой платформы брокера Quotex. Перед началом торговли бинарными опционами не стоит забывать, что риски в торговле можно снижать при помощи промокода на отмену убыточной сделки от Quotex. Это позволит всегда отменить любую убыточную сделку в размере $10. Следующая стратегия для Quotex – AO Turbo. Данная стратегия позволяет одновременно увеличить скорость совершения операции и нарастить прибыль. Работа ведется с быстрыми контрактами со сроком экспирации в 60 секунд. Однако это требует от трейдера постоянного внимания, так как в рамках этого подхода необходимо точно определять направление движения цены в очень короткий временной интервал. Кроме того, при такой торговле важно учитывать, что уровень рыночных шумов на малых таймфреймах очень высокий, то есть велика вероятность, что индикаторы дадут ложный сигнал. Поэтому при использовании этой стратегии пользователи задействуют расширенный инструментарий. Настройка используемого инструментария. В рамках турбостратегии используются два индикатора. Скользящая средняя применяется для определения направления движения цены. Осциллятор ASM позволяет узнать силу изменения цены. Суть методики сводится к тому, что каждая сделка совершается на моментах разворота ценового графика. Для этих целей применяется осциллятор ASM, который определяет оптимальную точку для входа на рынок. Использовать инструмент рекомендуется с параметрами, установленными платформой по умолчанию. Основной индикатор применяется для определения точки входа на рынок со следующими параметрами. EMA 25, EMA 18 и VMA 7. Для удобства анализа рекомендуется разные линии обозначить отличающимися между собой цветами. Операции проводятся на свечном графике при 30-секундном таймфрейме. Начинающим трейдерам рекомендуется работать с валютными парами. Правила торговли стратегией AO Turbo в Quotex. Используя описываемый метод, необходимо с помощью скользящих средних определить момент, когда график меняет направление, и подтвердить этот сигнал с помощью осциллятора ASM. Последний в подобные моменты перемещается с одной половины гистограммы на другую. Успешность в данном случае напрямую зависит от правильности определения сигналов. В частности, важно, чтобы происходило пересечение всех линий, а не одной. Если последнее не происходит, то выставлять ордера нельзя. Для покупки опциона Call важно, чтобы одновременно соблюдались следующие условия. VMA пересекает снизу вверх EMA. Гистограмма осциллятора переходит от отрицательных значений к положительным. Ордера на приобретение контрактов PUT следует выставлять при обратной связи. VMA пересекает EMA сверху вниз, гистограмма ASM перемещается в отрицательную область. При такой торговле можно увеличивать значение таймфрейма, но устанавливать этот параметр свыше 1 минуты нельзя. Данная стратегия для Quotex позволяет открывать в течение дня несколько сделок, тем самым увеличивая собственный депозит. Но с учетом того, что все операции проводятся на малых таймфреймах, нужно учитывать связанные с этим риски. В частности, в одну сделку нельзя инвестировать более 2% от размера депозита. Но не забывайте, что любую стратегию обязательно нужно тестировать на демо-счету, а также придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента. Ссылки на указанные статьи будут в описании под этим видео. Подпишитесь на наш канал WinOption Signals, чтобы не пропустить интересное и полезное видео. Спасибо за внимание, успешной торговли!